И всем привет, с вами Росиксон. В этом видео я расскажу, что такое флеш-своп на бирже Gate.io. Разберем, что это такое, как его использовать, какие минусы, плюсы. А перед началом подпишись на мой телеграм-канал. Ну, первое, потому что YouTube могут заблокировать, чтобы оставаться на связи. Ну и второе, как я считаю, более важное. В моем телеграм-канале очень много информации. Там я сам публикую посты, публикую обычно только то, в чем сам участвую, перекидываю иногда интересные мысли и темки с других каналов, за которыми я слежу. В общем, там много всего интересного, более 200 человек за мной следит в Телеграме, и вам советую. Что же такое FlashSwap? FlashSwap помогает пользователям обменять одну монету на другую в один клик. Котировки генерируются платформой. Обычно это котировки, приближенные к рыночным, ну практически рыночные. После того, как пользователь подтвердит обмен, расчет будет завершен автоматически на спотовом счете. Никакие сборы не будут взиматься в процессе, а вот это интересно, я думал, будут какие-то сборы, а их нет. Как же использовать FlashSwap? Сделать запрос на FlashSwap на веб-сайте или в приложении для телефона. Обзор результата свопа, своп завершен и спотовый счет урегулирован. Кстати, если вы еще не зарегистрировались на бирже Gate.io, то вы сможете сделать по моей ссылочке и получить максимальную скидку 20% на торговой комиссии. Каковы минимальная и максимальная сумма денежной стоимости для каждого свопа? Минимальный размер составляет $10 США. Максимум варьируется от валюты к валюте, но точное максимальное значение будет отображаться на экране, когда вы делаете своп. Как рассчитать цену? Существует определенная разница между ценой флеш-свопа и спотовой ценой. Если вы покупаете валюту, цена будет немного выше спотовой. Если продаете валюту, цена будет немного ниже спотовой цены. Как пополнить и вывести средства на флеш-биржах? Сделки флеш-своп рассчитываются непосредственно на спотовом счете. Вам нужно только внести или вывести средства на свой спотовый счет. Так вот, когда же стоит использовать флеш-своп, по моему мнению? Когда вам нужно что-то быстро поменять, и это вы хотите сделать легко, без особых запар, вот тогда, я думаю, стоит использовать. Кстати, в комментариях вы сможете задать вопросы, я вам отвечу, или по ссылочке в описании в чате бирже Gate.io, там дружное сообщество, ответим на ваши вопросы. Также вы сможете посмотреть мои видео о Gate.io, их более 45 в моем плейлисте о бирже Gate.io. А теперь сделаем небольшое пошаговое руководство по FlashSwap. Шаг первый. Войдите в свою учетную запись, перейдите в раздел «Торговля», «FlashSwap». Шаг 2. Сделайте запрос на FlashSwap. Первое. Если вы планируете продать валюту, выберите валюту, на которую вы хотите обменять. Валюту, которую вы хотите обменять. И введите ее сумму. Ну короче, нажмите просто еще на что меняете, да и все. Затем нажмите обзор, чтобы увидеть результат обмена. Нажмите подтвердить, если вы довольны результатом обмена и вас все устраивает. Также, если вы планируете купить валюту, выберите валюту, которую вы хотите обменять. Валюту, на которую вы хотите обменять, и введите ее сумму. Ну, также просто вводим, что на что меняем. Затем нажмите обзор, чтобы увидеть результат обмена, и подтвердите, если вас все устраивает. Шаг третий. После того, как своп сделан, перейдите в ордер FlashSwap, чтобы получить доступ к торговой истории. В общем-то, всем спасибо за просмотр. Смотрите мои прошлые видео, подписывайтесь, переходите в телеграм-канал, регистрируйтесь на бирже Gate.io. И я буду очень благодарен, если вы напишите в комментариях какую-то конструктивную критику или благодарность, что вам это очень помогло. Я думаю, в общем-то, примерно так. Будьте аккуратны.